«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» – эти слова некогда были святыми для советских людей, как и субботники в день рождения Ильича 22 апреля, причем для всех от мала до велика. Самое примечательное – ни один участник массовой уборки по всей стране никогда не пытался отлынивать от общественных работ, а если таковые находились, и всегда могли приследить друзья, одноклассники и коллеги. С тех пор изменилось многое. Если сегодня вспоминают о дне рождения вождя пролетариата, то лишь как об одной из страниц истории России. А нынешние школьники и вовсе путают Ленина то ли со Сталиным, то ли с Гитлером. Впрочем, это совсем не удивительно. Даже люди постарше не всегда могут вспомнить, чем именно прославился Ильич. Он строил коммунизм, вроде как. Вот. А так все, больше не особо ничего. Почему не памятник? Кто такой Ленин? Ленин? Забыл. Он существовал при СССР, да? И был, как сказать, не президентом, а как там назывался? Ну, что-то такое вроде. Петру Ильичу Ленину, или он не так называется, я не знаю. Ну, он создал партию РСДРП. Да, РСДРП. Рабочая Советская Демократическая Партия. А ведь всего 20 лет назад имя Ленина звучало везде. Его именем называли не только улицы, но и заводы, библиотеки, стройки, субботники. На митинги вождя собрались тысячи людей. Вот и сотрудник библиотеки имени Ленина Вера Пантелеева вспоминает, как они в свое время конспектировали историю КПСС. Работы Владимира Ильича знали наизусть, но время идет и все меняется. Вот две энциклопедии: «Большая советская» 1938 года и «Современная российская» 2011. Некогда культовая личность теперь описывается весьма и весьма скромно. Издание 1938 года, и начиная со страницы 317, идет Ленин и ленинизм, его биография, его деятельность, как он был увековечен, и это заканчивается буквально на 490 странице. А в новой, она уже, это российская энциклопедия, как я уже сказала, здесь буквально 2-3 страницы. Мифический образ Ленина, по мнению историков, начал формироваться лишь после его трагической кончины. Тогда культ вождя стал появляться буквально повсюду. На деньгах, грамотах, посуде появились октябрята и пионеры. Стать пионером было дело чести. Помню, когда наш класс посвящали, один из моих одноклассников, который не отличался хорошими оценками, со слезами на глазах признал, он недостоин носить красный галстук. Мне по тем временам повезло, в пионеры меня приняли. Сейчас мы вспомним, как это все происходило 20 лет назад. Внимание! Звучит клятва пионеров Советского Союза. Я, Лапина Любовь. Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Елена Морозова – личность знаменитая. Сейчас она заведующая отделом истории Национального музея республики. А в начале 80-х именно она принимала в пионеры октябрят. Некогда старший пионер вожатой Ухтинской 13-й школы до сих пор все помнит в деталях. Сам ритуал пионерский, он, безусловно, очень торжественный. И наверняка многие ребята, возраст которых был к тому времени 10 лет, ждали с нетерпением вот именно приема в пионерскую организацию. И, конечно же, первым принимали самых лучших в пионерской организации. Вот, с тем, чтобы они стали примером, чтобы подчеркнуть еще раз, что они те самые советские, активные, да, то, чем страна в будущем будет гордиться. Будущие комсомольцы, будущие коммунисты. Те, кому сегодня больше 30 лет, еще помнят, как все это было. Вот и Галина Софина из Ухты вспоминает. Она была знаменосцем в пионерлагерях. Этой честью удостаивался далеко не каждый. Гордость, конечно, как бы это было за честь, чтобы вынести знамя. И вот все, выносили. Это было очень давно. Я уже какие-то ощущения уже и забываю. Я знаю, что 19-го будет День пионерии. Для нас это праздник.
Пионерская организация была создана по решению Всероссийской конференции ВЛКСМ 19 мая 1922 года. Образцом стала скаутская организация. Впрочем, эта связь всегда замалчивалась, а сам скаутизм был объявлен буржуазным фашистским детским движением. Первые отряды пионеров создавали в пролетарской среде, при заводах и фабриках. Детей, по сути, зомбировали и создавали из них убежденных борцов за дело коммунистической партии. Главная задача была вырастить человека нового типа. Пионерская организация, существовавшая множество лет, была, наверное, частью истории нашей страны, а отсюда и в ней есть и негативные стороны, и, безусловно, положительные стороны. Но, с одной стороны, она воспитывала советского человека, преданного партии, государству. Недаром в законах пионеров Советского Союза первым пунктом было «Пионер предан родине, партии, коммунизму». Но с другой стороны, пионерская организация объединяла ребят, и это существенный плюс. Те немногие отголоски советской эпохи – Зорница и Орленок. Спустя 20 лет они все так же популярны у ребят. Василий Медведев по Советской России стал одним из тех, кто возродил военно-патриотические игры. С тех пор он уже почти два десятка лет бессменный главный судья региональных соревнований. Самое главное качество, которого сейчас не хватает современного общества – это коллективизм. То есть, когда ты отдаешь свои силы за других, ради общего дела. Вот эта вот Зорница, как раз она этому детей и учит. Конечно, какое-то движение надо иметь. Может быть, не в том плане, что поклонение вождю, а в том плане, что нужно, чтобы за родину, за коллектив. А ведь родина начинается именно вот от своего небольшого коллектива. С ним согласна и историк Елена Морозова. Хотелось бы, чтобы общественная организация, детская общественная организация непременно была и давала возможность человеку не остаться в стороне, не сидеть дома за компьютером ВКонтакте, а наоборот, вместе с ребятами выйти, участвовать в разного рода кружках, которые, в общем-то, дают возможность и развиваться человеку всесторонне. Впрочем, возрождать ту пионерию наши эксперты не призывают. Все это уже в прошлом, сегодня нужно что-то новое. Существует такое мнение, что со времен советской эпохи, вот лучше, чем пионерия, никто ничего не придумал в части социальных лифтов. То есть был социальный лифт раньше, это пионерия, комсомол и так далее. Вы знаете, наверное, с этим частично можно согласиться, но возрождать пионерию именно в том виде, как это было в советское время, наверное, все-таки нецелесообразно. Вместе с пионерией в начале 90-х годов прошлого века в небытие ушли и грамоты с изображением Ильича, а после из оборота стали изымать и купюры с его портретом. И только субботники выдержали испытание временем. Второе дыхание «Маевка» получила в 2012 году. Впервые термин «Маевка» появился в дореволюционной России. Это были нелегальные празднования рабочих. Акция солидарности преследовала царская полиция. Только в советские годы 1 мая официально стало днем всех трудящихся. В новом веке и тысячелетии к лозунгу «Мир, труд, май» теперь добавился еще один – «Даешь уборку мусора». 1 мая 2012 года ровно в 9 утра в столице стартовал общегородской субботник. Кульминацией стала экологическая акция «Пикник Маевка» в Кировском парке. Всем желающим были выданы перчатки, мусорные мешки, грабли, метелки и лопаты. Инструменты в руки взяли и видные политики, и общественники, и просто неравнодушные горожане. Среди первой тысячи участников организаторы разыграли призы. Из подполья на субботник вышли даже самые альтернативно настроенные молодые люди. Сыктывкарские музыканты во время акции «Маевка» провели свой трэш-фест, или, проще говоря, мусорный фестиваль. Это же и хорошо, когда коллективно решается какая-то проблема. Есть проблема мусора, есть проблема загаженности нашего города. Так давайте коллективно ее и решим всем городом. И тогда, быть может, мы поимеем плоды и результаты какие-то будут налицо. Потому что сейчас центр чистый, условно говоря. Парк уже зачистили. А во всем остальном мире, во дворах, что происходит? Везде горы мусора. Поэтому хотелось бы, чтобы горожане сами участвовали. Поскольку наш город же. Впрочем, вот и все, что осталось от былого ленинского наследия. Сегодня вождя пролетариата вспоминают только музейные работники и его идейные последователи. Два раза в год, на день рождения Ильича и в день Великой Октябрьской революции, к его монументам коммунисты и глубоко им сочувствующие несут цветы. Все происходит более чем скромно. Да это кто? Ленин, да.
Наталья Лыткина памятнику Ленина в Сыктывкаре приходит вместе с 2-летним внуком. Женщина хочет, чтобы малыш с детства знал о великом человеке. А еще и обидно, что пионером ее внук так и не станет. Пионерия должна быть, ничего не нанесет вреда, никакого. Но в другом, может быть, в каком-то уже виде она должна быть, потому что детей надо воспитывать и приучать к труду. Лидер коммунистов республики Вячеслав Шлепов к временной непопулярности Ильича относится с нисхождением. Говорит, рано или поздно время все расставит на свои места, и люди отдадут должное учению Ленина. Может быть, кто-то и не знает его, поскольку другая жизнь сегодня, другие приоритеты у людей. Вот, но рано или поздно это вопрос построения социально справедливого общества, он стоит в повестке дня всегда. И весь мир пытается как-то приблизиться к этому своими путями. На тот путь, который Ленин показал, он правильный путь. И рано или поздно и Россия, и все человечество именно вернется на этот путь. Впрочем, осознание придет, видимо, не скоро. Пока же Ленин и его каменные копии скорее вызывают некоторое раздражение, а не почет и уважение. Вот и на Украине первыми под раздачу попали как раз изваяния Ильича. То, что начиналось как мирная демонстрация, стремительно вылилось в кровавую революцию. Евроинтеграция по-киевски сегодня шокирует, кажется, и саму Европу. Пронационалистические силы, по сути, борются с некими захватническими фантомами. Самым массовым из них стал образ Ильича, вождь мирового пролетариата, мрачное напоминание о прошлом. Не только памятники Ленину подверглись вот такому разрушению, да, осквернению. Вот недавно передавали о том, что в западных областях сносят и памятники Кутузову даже, который... В общем-то, какое имеет тут для Украины отрицательный момент, да? То есть вот эта вот волна сноса памятников со стороны вот этой вот новой бандеровской власти, она идет по всем направлениям и уже черпает, что называется, энергию в этом разрушении. В Коми нападки на Ильича в разное время тоже случались. В 2006-м Ижемскому памятнику оторвали голову, а в Сыктывкаре и Визенке особо сердобольные граждане на него и краску не жалели. Впрочем, Ленин в Коми стоял, стоит и, видимо, еще будет стоять долго. Лишь в Ильгарте первому советскому лидеру пришлось потесниться с изобретателем первой русской балалайки Семеном Налимовым. Гипсовый Ильич перестановки не выдержал и рассыпался. Но в целом отношение к Ленину в республике вполне почтительное. Перед памятными датами монумент моют. Пока еще в нашей республике сохраняется определенная стабильность. У нас не нищая республика, конечно, многие проблемы решаются, но я еще раз хочу сказать, что благодушия быть не может. Ситуация может в любой момент измениться. И надо понимать, что у нас есть силы, готовые и сносить памятники, и убивать людей. А вот мэр Инты Павел Смирнов своего Ильича в прошлом году не просто отреставрировал, но и поставил на новый укрепленный постамент, обшитый красным сайдингом. Местные коммунисты жест оценили. У нас приведены в порядок памятник Сергею Мироновичу Кирову, отремонтирован памятник Владимиру Ильичу Ленину, установлены новые мемориальные доски. То есть к отечественной истории у нас отношение достаточно положительное. Хотелось бы, чтобы этот раздрай, который сегодня происходит в братской Украине, завершился, и чтобы народ Украины нашел достойный выход из создавшейся ситуации. Единственный монумент Ленину в Коми, который вызывает споры, это тот самый на Стефановской площади. А все потому, что стоит он не просто на месте бывшего храма, а прямо в той точке, где раньше размещался алтарь, отмечает главный атаман Коми. И для верующих людей это несет некий сакральный, даже мистический оттенок. И мы полагаем, что это, может быть, даже мешает в каком-то смысле такому позитивному движению вперед. И поэтому здесь бы было бы здорово, на мой взгляд, если бы перенесли в другое место какое-то подобающее и восстановили храм. Это вот мое мнение как атамана и как православного человека. Вместе с тем мы никак не можем убрать эти памятники совсем. Это неправильно, это неразумно и вообще не по-человечески. Это история. Причем история не только российская, а мировая, такая, какая есть. И неважно, стесняемся мы ее или гордимся ею. Взять тот же Париж с его коммуной, Наполеоном и Шарлем де Голлем, или немецкий Потсдам. Там до сих пор стоят прижизненные памятники прусским монархам, и никому даже в голову не приходит их уничтожать.